Главный долг страны – сохранить и развивать кыргызский язык как общенациональный, заявил президент в поздравлении с Днем государственного языка. Садыр Жапаров отметил, что кыргызский был основой родственных общетюркских языков и является одним из древнейших. Это отличает его от многих других. Только тогда, когда язык и душа переплетаются, ценности и традиции, передаваемые из поколения в поколение, здравый смысл и мораль могут служить будущему. В то же время нацию, которая не заботится о родном языке, о своем будущем, ждут короткая жизнь и неопределенность, отметил глава государства. По его словам, ранее возникали сомнения в том, сможет ли кыргызский язык стать языком литературы и культуры, но время ответило на данный вопрос. Президент подчеркнул, что кыргызский стал языком делопроизводства на государственном уровне, в том числе языком права, науки и образования.